Девчонки, всем привет! Как вы поняли из названия видео, сегодня будет обзор на косметику от фирмы La Roche-Posay, Фоклардо. Это их крем-гель для лица, который борется с черными точками и предотвращает появление прыщиков и комедонов. Он у нас идет здесь тюбик 40 мл со дня вскрытия, срок годности. У него идет 12 месяцев. У него очень удобный носик. У меня пальчик еще болит. У него удобный носик при нанесении. И он идет у нас вот такого вот. Видите, он как бы крем-гель. Имеет приятный аромат, я могу вам сказать. То есть как бы он не раздражает. И очень хорошо впитывается. То есть вы нанесли, и он моментально впитывается. Его замечательно наносить под ваш крем, то есть это огромный плюс, вы его нанесли, подождали, когда он высохнет, и дальше наносите свой увлажняющий крем и наносите косметику. То есть как бы в этом у него очень огромный плюс. И да, действительно, черные точки, девочки, он убирает. Но что могу сказать я? При использовании данного продукта я заметила один очень для меня важный минус. После того, как я им пользуюсь, черные точки у меня частично уходят, но появляется другая проблема. У меня возникают подкожники. Я не понимаю, либо это им вызвано, либо каким-то другим продуктом. Но интересная закономерность заключается в том, что когда я его убираю из рациона питания своей кожи, тогда и начинаю лечить комедончики, тогда все замечательно. И огромный плюс, если, к примеру, я сделала чистку лица, сходила к косметологу, либо самостоятельно сделала. И, кстати, о уходе за проблемной кожей именно из бюджетной косметики я тоже, скорее всего, сделаю видео буквально в ближайшее будущее. Извините, отошла от темы. Ну так вот, когда делаешь чисточку, открываешь, да, все девочки, они знают, как это делается, чисточка, как это больно, как это сложно. Когда ты это делаешь, и, к примеру, для того, чтобы, во-первых, вскрыть поры, то есть, чтобы поры сузились, для того, чтобы не попадала туда никакая инфекция, и чтобы быть стопроцентно уверена, что вы обеззаражите, можно использовать данный продукт. Я хочу сказать, что да, действительно, он все закрывает, и при нанесении вы почувствуете легкое пощипывание. Но при всем при этом, если вы до конца не убрали, он спровоцирует то, что он будет назревать. Но вот как вот я много читала отзывов о том, что если вы там будете наносить точечное, у вас прыщик пройдет. Нет, девочки, к сожалению, на моей кожной это я не увидела. Я не говорю о том, что девочки кто-то обманывает. Может быть, действительно, кто наносил его точечно и тому это помог, мне лично, к сожалению, увы, ах. Здесь его осталось совсем чуть-чуть, я им пользуюсь уже, вот скоро будет год. Собственно говоря, как я его открыла. И что можно сказать? Цена у него идет, я не скажу, что бюджетная, цена достаточно у него высокая. Я его покупала как раз около 1000 рублей, но, к сожалению, на тот момент, когда я его приобретала, не было никаких на него акций. Я вообще возлагала на него безумнейшие надежды. Но если вам нужен продукт, который нужен, чтобы у вас, к примеру, просто черные точки и расширенные поры, я думаю, это тот продукт, который вам поможет. Но если у вас есть склонность к появлению комедонов, то есть когда сама пора закрывается, а кожное сало активно вырабатывается, и за счет того, что сильно пора сузилась, не выходит, образуется подкожник, я вам не могу посоветовать данный продукт. То есть посмотрите внимательно, либо обратитесь к косметологу, чтобы она сделала анализ вашей кожи, и дерматологу, собственно говоря. Но вот на моей коже он работает так. Я не знаю еще, буду ли я покупать данный продукт или нет. У меня, знаете, такое 50 на 50 мнение сложилось, потому что если бы он был, наверное, чуть дешевле, я бы, наверное, его взяла, чтобы он у меня просто был в косметичке, чтобы наносить его, допустим, на нос и, там, допустим, на подбородок и на лоб. К примеру, для того, чтобы там, особенно в летний период времени, когда у нас поры раскрываются, я бы его посоветовала девчонкам. И еще я могу сказать то, что он подсушивает кожу. Причем
хорошо подсушивает кожу, при этом, при всем, девчонки, когда им пользуетесь, нужно наносить увлажняющий крем, то есть у вас должен быть в арсенале ухода. И в целом картинка о нем сложилась то, что если, наверное, взять полностью линейку Эфаклардо и пропользоваться ей, возможно, сопутствующие товары, которые идут вот именно этой серии, может быть, они открывают, убирают и очищают. Но вот мое пока знакомство с компанией La Roche-Posay, вот с этим, с Эфаклардо, может быть, я возьму полностью линейку и попробую ее все, может быть, она правда в комплексе сработает очень даже хорошо, но пока вот мое мнение о нем такое. Девчонки, если вам хоть как-то помогло данное видео при выборе данного продукта, я буду очень рада. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии для того, чтобы мне можно было понять, нравится вам такого рода видео или нет. А с вами была ваша Ира. До скорых встреч, до новых видео. Всех люблю, целую, всем пока-пока!